Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 83, упражнение номер 3. Во время игры в баскетбол команда нашей школы выиграла у команды соседней школы со счетом 80-63. Насколько больше очков набрала наша команда, чем команда соперников? Итак, наша команда набрала 80 очков, а команда соперников 63. Чтобы узнать, насколько больше очков набрала наша команда, чем команда соперников, нужно из большего числа вычесть меньшее. Из 80 вычитаем 63, 80 минус 60 – 20, и 20 минус 3 – 17. На 17 очков больше набрала наша команда, чем команда соперников. Можем записать ответ на 17 очков. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.